Следующая кисть – узорная кисть. Вот образец, который здесь находится. Я этот образец применю к звездочке. Рисую звездочку, выделяю и одним кликом применяю этот узорный образец к обводке этой звездочки. Мы можем редактировать, добавлять к углам внешним или внутренним какие-то другие узоры, но у узоров строго должна быть однородная заливка. Например, я могу подключить сейчас некоторые паттерны из панели Swatches, но только те паттерны, те узоры, у которых нет градиента. Например, у зеленого узора, увы, присутствует градиент темно-зеленый к светло-зеленому перетекает. Я этот узор не смогу подключить. Давайте посмотрим, как можно подключить тот узор, который не содержит градиента. Редактирование этой кисточки, точно так же, как предыдущих, двойным кликом открывается. Здесь уже другая картина. Здесь 5 образцов с подсказками. Этот образец предлагает выбрать любой узор для внешнего угла звездочки. Допустим, для внешнего угла я выбираю помпадур. Напоминаю, что узоры, паттерны должны быть на панели Swatches. Для сплошной области оставлю то, что есть. Для внутренних заливок тоже выберу вот эту узорную заливку. Для внешних и для внутренних я выбрала уже другую узорную заливку. Если нарисовать незамкнутую кривую, то для стартовой и для концевой точек тоже можно выбрать узор. Узор, который есть на панели Swatches. Окей. Apply. И мой узор уже отредактирован. Мой узор отредактирован, очень тяжело работает. Ох, какая красота! Я сейчас поменьше возьму толщину. Узор сам по себе огромный, поэтому со звездочкой не очень корректно смотрится. Давайте создать свой собственный узор в панели Swatches и его уже применять к кисточке. Как в этом задании кисти и mesh. Я рамку сделала из собственных узорных заливок. Также рекомендую вам всегда создавать собственные узорные заливки и потом уже кисти. Первый этап. Мы создаем узорную заливку из обычных элементов. Еще раз напоминаю, строго элементы должны иметь однородную заливку. Допустим, что-то такое. Даже можно делать зеркальное отражение. Для сплошной области я выбираю вот такие цвета. И перетаскивая эти простейшие линии в Swatches, я создаю узорную заливку. New Pattern Swatch. Для уголков, скорее всего, я возьму эллипс. Эллипс и я должна получить узорную заливку, перетаскивая в Swatches. Если вдруг я решу для внутренних уголков что-то другое выбирать, пожалуйста, скорее всего, возьму что-нибудь другое. Пусть это будет шестигранник. Это будет работать на внутренних уголках. Я первый этап выполнила, то есть из объектов я получила такие узорные заливки, это обязательно. Второй этап. Внимание! Не выделяя ничего, то есть можно выполнить щелчок по пустоте и нажать кнопочку New Brush, новая кисть на панели Brushes. Новая кисть, узорная кисть, Pattern Brush. Для сплошной области я выбираю вот этот узор. Для внешних уголков, если вдруг я захочу звездочку нарисовать, я выбираю
этот узор, прошу прощения, для внешних уголков эллипс, для сплошной области этот узор. И для внутренних уголков возьму вот этот вариант. Окей. Я могу нарисовать и прямоугольник, если хочется рамку получать. Я могу также нарисовать звездочку, выделять ее и применять созданную мною кисть. Узорчатая кисть прямиком связана с узорами на панели Swatches, не забывая. Ну что ж, давайте тогда посмотрим еще одну кисть. Следующая кисть у нас будет уже распылитель. Но почему-то, начиная с некоторых версий, эту кисть, распылитель, почему-то не ставят в панель Brushes. Чтобы хотя бы краем глаза увидеть кисть-распылитель, мы в библиотеке Brushes, пойдем к декоративным кисточкам и декоративные распылители, скейтер, распылители. В русскоязычном иллюстраторе это называется дискретная кисть. Пожалуйста, здесь хотя бы посмотреть, что это из себя представляет, потом уже, конечно, создать свою собственную кисть. Сердечками рисую. И я вижу, что вокруг базовой линии разбрасываются эти элементы дискретной кисти. Попробуем создать свою кисть. Нарисуем простые объекты, строго с однородным цветом, потому что градиент не пойдет в процесс. Допустим, три разноцветных спиралика. Их выделим и создадим новую кисть, New Brush, Skater Brush, кисть-распылитель или дискретная кисть. Здесь я просто сейчас ОК нажму и нарисую кисточкой и этим образцом. Получается, впритык спирали распределились к базовой кривой. Очень хочется задать какой-то разброс. Двойной клик по этому образцу. Во-первых, размер хочется делать произвольным, random, произвольный размер. От самого маленького до самого большого. Затем spacing, интервал, можно уменьшить, можно увеличить интервал между этими элементами. Скейтер, разброс в одну сторону неинтересно смотрится, совсем неинтересно. Поэтому скейтер тоже random, тоже произвольный разброс. В одну сторону с положительным значением, в другую сторону с отрицательным значением. Можете задать любой разброс с любым интервалом, с положительным и отрицательным значениями. И rotation, поворот, тоже в разные стороны, с положительным и отрицательным значениями. А выравнивание я рекомендую выбрать по контуру, не по странице, а по контуру. Тогда повороты смотрятся намного интереснее. По контуру, path. Знакомая функция, если хочется работать не с родными цветами, оранжевый, синий, фиолетовый, а именно с цветом обводки, он фиолетовый, то вы можете colorization метод выбрать tint. Все в ваших руках. И среди заданий тоже есть такое задание кисть и градиент, то есть создаете распылитель сами. Если даже на первый взгляд вам кажется, что это градиент, ни в коем случае градиент мы не выбираем, это разные-разные оттенки, однородные оттенки. Из них мы получаем кисть-распылитель. Очередное такое задание.